Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я около ленты нахожусь, это Гусинобродское шоссе. Лента находится вот здесь вот. Кое-что хочу купить, сниму вам отдел какой-нибудь интересный. Может быть, какие акции будут сегодня, по акции, может, и себе куплю, и вам покажу, что здесь может быть. Ну все, пойдем смотреть. Детская футболка серенькая, с рукавчиком. 99 рублей вот стоит. И вот такая вот кофточка. 299. Шоколад Alpen Gold. 41,99. Вот в ассортименте. Всякие разные. Ну-ка, на этой стороне что? А, Лин. Ой, меня муж любит, чтобы был с апельсином и с перцем. Все время просит купить. Сейчас посмотрю, если есть. 109 рублей он стоит. Он дорогой, но он вкусный, очень качественный, вот этот шоколад. Я даже по 130 беру, считаю нормально. А тут 109 рублей. Вот видите, скидка. Надо посмотреть, есть он, нет. Почему-то он любит с перцем шоколад. Сок Сады Придонии. Вот этот вот литровый. 49,99. И сот добрый, 99 рублей, 44% скидка написано. Разный в ассортименте. И этот тоже разный, 39% скидка. Здесь вот телевизор, смотрю, 9499, 32 дюйма. Вот такой. Кстати, у меня вот такой дочка купила тоже под скидку. Идет у них прекрасно, вообще ничего с ним не делается. Но они, правда, полгода назад купили. Но пока они нарадуются. Не знаю, насколько его хватит, но идет хорошо, красиво. Цена 9000 за 32 дюйма. Я считаю, вообще цена хорошая. Вот сковородки написано 58% скидка. Сейчас 749 рублей. Вот они. Получается вот это, наверное. Так, оно по 22 сантиметра, 24 есть сантиметра, и вообще здоровенная 26 сантиметров. Вот Оптима индукционная плита написано на всех. Какая-то акустическая система. Ну, 3000 без 1 рубля. Вот, 59% скидка. Вот они. Портативная система. Вот так. Вот я покажу поближе. Вот она так выглядит. Открыта без коробки. Уже вот здесь разобрали. Пусто. Тут было целое, вот видите. И сверху наставлено, и снизу вот есть. Полотенце 50 на 90, 199 рублей, большие вот такие вот вафельные полотенчика. Есть синие, есть вот такие серенькие. Хорошие такие полотенца. Набор наволочек. Сегодня я куплю, наверное, этот наборчик. 149 рублей. Это две наволочки по 75 каждая. На обычную подушку. Она идет 50 на 70. Вот сразу две штуки наволочки. Вот есть вот такие вот расцветочки. Такая вот. Такая. Зелененькую хочу купить. И вот тоже лежат. Обязательно сейчас возьму домой, пойду. Так, есть простыня 399 рублей, 160 на 180 на 200. Точно так же упаковано. Одной и той же фирмой получается. Вот есть такие вот голубенькие простынки, есть вот такие вот. Такие в ленинкие цвета. А есть вот простыня Бязь 299 рублей, 150 на 214. Это вот эти. И пододеяльники есть точно такие же. 499 рублей. Вот они все внизу.
разные тоже. Огромный выбор. 169 трусы мужские. Вот эти прям уложены. Разные размеры. Вот так они упакованы. Качественные такие трусики. Тут надо выбирать размер, какие хотите. Так, вот колготки. 180 ден, 99 рублей. Вот, маленечко, вот здесь видно они. Цена вроде неплохая. Разные совершенно. Эти размеры вот так стоят целые. И вот здесь 200 ден. Тоже 99 рублей. Все черные. Здесь вот кокотница, 89 рублей вот такая вот. И вот такие формы для выпечки, вот такие маленькие. 7 сантиметров. Цена одинаковая, 89 рублей, конечно, дорого. А такая для выпечки, как кастрюля. 400 рублей стоит. Вот такие формочки 149, тоже для выпечки. Такая вот и вот такая. Вот такая форма для запекания квадратная. 18 на 18, 299 рублей стоит. Вот такой 390. Так. 259. Для кексов 390. Так, а здесь сковородки. Сковородки 899. Обалдеть, дорогие. Набор контейнеров 169 рублей. 4 штуки вот здесь я смотрю. Так, миска 4,5 литра. Миска мерная 1,2 литра, дуршлаг 22 сантиметра и миска мерная 800 миллилитров. Такой набор. Тут вот гели для душа, всякие разные, 74 рубля сейчас стоит фа. Кокосовый, миндаль, потом розовый, арбуз, я смотрю, манго, цветок ванили. Розовый грейпфрут. Вот. Были 135 рублей, сейчас 74 рубля стоит. Такое вот печенье продается 27 рублей 100 грамм. Вот они вот так упакованы. И тут по весу надо смотреть. Здесь вот прямо целый стенд большой печенья разного. Вот такое. Это какие-то плюшки 99 рублей. А что здесь у нас еще есть? Так, вот это печенье 159, 700 грамм. Килограмм печенье 174, вот такое с шоколадом. Сто три рубля вот такое. Но здесь не килограммовое, здесь 700 грамм, я смотрю. 500 грамм, 135 рублей. У Майкета там печенье по килограмму. Здесь вот полкило, ну, на вид прям вкусненькое такое. 127 рублей. Кстати, вот это вот 89. Вот овсяное печенье с изюмом. 400 грамм, 33,99. Вот это печенье я возьму себе. Здесь вот шоколад «Щедрая душа», минус 40%, скидка 49,99. Здесь вот цедра апельсина, тертый фундук, два вида. Вот такое вот овсяное печенье, 41% скидка написано, называется «Полет». 250 грамм, сейчас 69, а было 121 рубль.
Вот такое.